вообще-то? Давай, подвинься! Сама подвинься! Раскомандовался. Мечом еще ударь, мелкий. Ай! Я тебе сейчас как дам! Мелкий, мелкий! А ты дылда! Тися! Тони, Рома! Хватит, прекратите, не висьте! Дайте собраться нормально. Да она первая! Я сейчас забуду что-нибудь. Где же ты? Да хватит уже, прекратите! Что? Рома! Да она первая! Ты же мужчина, не знаешь, что девочек обижать нельзя. Что? Да ну она не девочка, она сама. Ну она опять! Так, вот, все, хватит, достали! Прекратите. Что, каждое утро одно и то же. Что такое? Дайте Папа, собраться. Да, Ром. А ты помнишь, что мне приставку обещал? Ром, ты сначала возьмись за ум, учись хорошо, а потом уже будут и приставки, и все остальное. За стол. Мама зовет, иди, самурай. Все, я ушел. Рома, время. Ёкаламана, я уже опаздываю. Рома, ты пропал, и помнишь? Не забудь помыть. А чё я-то сразу? Рома, а кто? Мы не во дворце живем. У нас горничных нет. Ну вон Тоня пусть. Что я? Доброе утро. Доброе. Тоня делом занимается. Учится и на танцы ходит. Мы с папой до вечера на работе. А ты вместо своего компьютера хоть раз что-нибудь полезное в жизни сделай. Мама! Ромочка, ты меня понял. Любовь Андреевна звонила, жаловалась. Еще одна двойка, Рома, и никакого компьютера. Да, мама! Ты меня понял. Все, посуду домойте, я побежала. Пока. И, пожалуйста, не опаздывайте. Угу. Не опаздывайте. Угу. Ром, ты идешь? Да, сейчас. Я пошла, догоняй. Хорошо. Ну, что на этот раз? Что мне с тобой делать, Роман? Садись. Ребята, продолжаем урок. Вычислите, записывай вычисление с пунктом. Тишина! Что такое, Рома? Да это Богдан! Не оправдывайся! Ну, Любовь Андреевна! Садись уже! Продолжаем. Я вам не мешаю. Что я сейчас написала?
Так, все, мое терпение закончилось. Я вызываю родителей. Садись, два. Кинь мяч. Блин, прохода освободи. Привет. Да. В школе? Зачем? А работа? Ну, хорошо. Пока. Мама? Угу. В учительской. С работы отпросилась даже. Меня зовет. Пойдешь? Как ты там говорил, одинаковая буква в начале и конце? Да, желательно три. Как может название быть три? Да не название, а цифра. Кажется, нашел. Нам сюда. Делайте. Хулиганы. А мы не хулиганы. И подъезд, наверное, вырисовали. Хулиганье. Да мы не хулиганы. Хотите, мы вам поможем сумку донести? Ну,
Он там кирпичи носит, что ли? Я же говорил, что все это бред. Только время зря тратим. Давай еще немного. Детский сад. Зачем тогда вообще пошел? Тебя жалко стало, очкарик. Друг называется. Счастливо оставаться. Мама? Ромочка, ну наконец-то, мы тебя так ждем. Я тебе звоню-звоню, а ты трубку не берешь. Я все понимаю, ты очень занят. Извини, я просто не слышал. Ромочка, ну ничего страшного, проходи скорее. Давай-давай, проходи. А ну, брысь отсюда. Ромочка кушать будет. Ну, я бы помыл. Ну, что ты, Ромочка? Ты же у нас такой занятой. Тоня пусть моет. Она же на танцах должна быть. Ерунда все это. Танцы эти. Больше ходить не будет. На, ты ешь, ешь. А меня Любовь Андреевна позвала. Я все исправлю. Обещаю. Не переживай, Ромочка. Не переживай. Она мне позвонила, все объяснила, извинилась. Это недоразумение. Она все исправила. Все? Угу. Все двойки. Кушай, кушай. Или знаешь что? А хочешь, иди поиграй. Спасибо. Рома, это тебе! Вау! Спасибо вам! Спасибо вам огромное! Играй, 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 Ромочка! Мы тебе мешать не будем! Сейчас, я быстро. Нет, 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 нет. Не переживай, Ромочка. С Любовью Андреевной я договорилась. Приходи, когда хочешь. Главное, не торопись. Позавтракай. А хочешь, поиграй? Так, ты же на работе должна быть. А я уволилась. А вот и Рома. Проходи, Рома, садись. Сработало. Получилось. Ты о чем? Я про мир. Я вышел из лифта, а там женщина с шарфом. Я вам не мешаю? Сиди, сиди, Ромочка, просто вдруг мы с ребятами вам мешаем. Нет, продолжайте. Видишь?
Вот, домашку тебе сделала. Угу. Портфель сразу положи. Хорошо. Готовишь. Ты же так любишь сладкое. Ромочка, ты и так молодец, у тебя одни пятерки. Посиди, отдохни. Для игры вам требуется пара. Тоня! Давай поиграем. Я не хочу мешать тебе. Ну, пожалуй. Играй. Ладно. Это тебе. Вау! Спасибо! Смотрите, какой у меня меч. Петя, привет! Я игру отрыл. Приходи, зарубимся в два джойстика. Я только буду мешать. Ты все равно лучше меня играешь. Да ты приходи. Сладкого поедим. Поиграем. Жирный, ты че к нему пристаешь? Он ко мне не пристает. Покажи приемы. Какие приемы? Ну ты же самурай, давай. Зачем? Ром, ты же хорошо дерешься. Покажи им эти приемы. Давай, бей. 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 А вот и наш герой. Иди скорее кушать, я испекла Наполеон. Мама, я... Я все знаю. Мама! Любовь Андреевна мне позвонила и все рассказала. Сейчас отметим. Тоня, а почему до сих пор не накрыто? Я когда тебя еще попросила? Неужели так сложно? Не дочь, а наказание какое-то. Всем привет. А это тебе. По такому случаю мы решили подарить тебе квадрокоптер на радиоуправлении. Квадрокоптер? Ну да. Ты знаешь, мы с мамой решили, продадим Тонины компьютер и телефон. Угу. Все равно они ей не нужны. А тебе купим квадрокоптер. Тонь, ну ты еще возишься там, не накрыла на стол. Я тебе говорила, она меня совсем не слушается. Она совсем от рук отбилась. Ты должна понимать, отец пришел с работы, еда на столе. Я голодный, ну что ты? Ложки сложно было положить, что ли? Я же правда пыталась, я же делала, я посуду мыла. Хозяйка должна быть в доме, все должно в руках у тебя гореть. Я же надо
По запаху. А хотите пирожков? Давайте. Нюхай, нюхай, Джек, нюхай. Молодец. Ищи, вперед. Ищи. А как же пирожки? Ищи. Ну, пирожка. Ну, возьми пирожка. Ну. Вперед, вперед. Возьми пирожка. Куда же ты? Вперед. Ищи, 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 молодец, ай, умница, Джек. Молодец, молодец. Где женщина с шарфом? Мальчик, шарфик ищешь? Какой у тебя? Хочешь желтенький? Хочешь синенький? Или какой? Это же вы! Это он! А где женщина с красным шарфом? А давайте сделаем селфи. Одно селфи, пожалуйста. Я хочу сделать фотографию. Одну фотографию сделаю буквально. Посмотрите. Вот, смотрите сюда. Куда же вы? Одно селфи только сделать. Ну, возьми. Ну, хорошо. Одно селфи. Это же вы! Прошу, дайте мне автограф. Распишитесь на стенах. Нарисуйте нам что-нибудь. Петя, это ты? Извини меня, я не знаю, зачем я это сделал. Ром, все нормально. Я хочу вернуться обратно. Мне надо вернуться обратно в нормальный мир. Ром, ты что, головой стукнулся? Это параллельный мир. Фигня интернетная. А потом собака понюхала шар. Ты помнишь собаку? Помню.
О, какие люди! Что, жену выгуливаешь? Отвали! Чё? Отвали от него! Точно, да, да. Рома, ну ты где был? И почему ты трубку не берешь? Я же волнуюсь. О, мелкий. А я уже полы помыла. Так что теперь ты мой должник. Вот. Давай, давай, раздевайся скорее. И за стол. Голодный, небось. Смотри, смотри, что могу. Видал, самурай? Я сегодня на занятии научилась. Классно. За стол. Осторожно, горячо, горячо, Рома. Так, ставим хлеб. Сюрприз. А вот и папа. Привет, привет, дорогая. Тоня, сначала нормальную еду. Это что, не еда? Будешь? Нет. Голодный, как волк. Ну что, как себя сегодня вел мой самурай? Заслужил приставку? Заслужил. Так заслужил. Меня в учительскую, между прочим, вызывали. Так, интересно. Ну я же самурай. Я все исправлю. Я! Осторожнее. Знаешь, если получил двойку, то он никакой приставки. А самурай двойку не получает.